Если вы присмотритесь внимательно, то в самом дальнем пакете, в предыдущей сторис, видна голова одного ниги и с дредами. Посмотрите внимательно. Ребят, срочный вопрос. Кто помнит, что я рассказывала, что я приглашена гостем на YouTube-шоу? Помните или нет? Еще вот эта девушка меня приглашала. Так вот, если вы помните, то завтра вы уже можете увидеть целый выпуск с блондинкой на кухне. Ну, конечно же, не со мной, потому что вы видите, что я не блондинка. Но на кухне я тоже буду, поэтому завтра освободите пару часиков для того, чтобы посмотреть этот выпуск. Заранее спасибо вам, мои маленькие преданные люди. Ребят, у меня для вас отличная новость. Уже сегодня вышло шоу на YouTube с блондинкой на кухню, где первым гостем была, собственно, я. Поэтому предлагаю вам запастись попкорном, кока-колой и еще разными прикольчиками для просмотра этого шоу. По ссылке вы можете перейти на YouTube и его посмотреть. Свайпай вверх. Ребята, а еще я там разыгрываю свитшот «Дитя улиц» из своего мерча. Поэтому свайпай, смотри, участвуй в конкурсе, и может ты победишь, и я отправлю тебе свой свитшот «Дитя улиц». Для тех, кто вдруг не знает, что такое свайп, и все время думает, что она несет. Свайп — это внизу сторис стрелочка. Вы ее вот так тянете и переходите на шоу с блондинкой на кухне. Но я бы хотела в Голландию. Полку, половинку. Свободные парни, звонить. Да я не могла прийти в клуб просто повеселиться. Мне надо было нанюхаться сначала. Сейчас будет эксклюзив. Я не умею дружить с девочками. Но я пацанка. Да я же мать. Я же мать. Колено я выбила девочки жестко прям. За кадром надо кричать «Лучшее! Лучшее!» И вот этот свитшот получит кто-то из вас при условиях. Короче, пока все смотрят «Пацанок» 4 сезон, я смотрю на любимую Анечку Горохову. Анечка, победительница Аня Горохова, пацанок. А еще у меня тут тоже третий сезон. Анька готовит. Смотрите, ребят, я умею косить глаз. Вот, смотрите, ровно смотрю. Шо, как вы с вами? Чит, да? Потренируйся, чтобы до конца получилось. Давай еще раз.